Блок лучевой терапии на 500 пациентов в год открыт в радиологическом отделении Якутского онкологического диспансера. Торжественное открытие состоялось сегодня. Медтехника, которой оснащен блок, позволит максимально обезопасить лечение больных онкологией. Новый комплекс «Электосинерджи» для дистанционной гамма-терапии направит нужную дозу облучения ближе к опухоли, практически без воздействия на другие ткани. Этот ускоритель мы же, последнее поколение во всем мире пользуется таким ускорителем. И мы были в Швейцарии, Корее, наши работники ездили на учебу. В следующем этапе идет у нас строительство диспансера.